Коллеги, здравствуйте! Сегодня я познакомлю вас с таблицами для приготовления рабочих растворов на машины типа ПС и научу правильно ими пользоваться. Данный вариант таблицы составлен для продукта Vibrance Integral в наиболее популярной его дозировке 1,8 литра на тонну. При калибровке машины мы определяем следующие значения. Это выход семян в килограммах в минуту и подачу насоса в литрах в минуту. Допустим, мы определили, что выход семян равняется 200 кг в минуту. Подача насоса равняется 2 литрам в минуту. Сопоставив данные значения, мы получаем, что 18 литров продукта необходимо для приготовления 100 литров рабочего раствора. То есть в 82 литра воды мы добавляем 18 литров продукта и получаем 100 литров готового к работе рабочего раствора. Что же означают различные цвета в данной таблице? Синим цветом указаны оптимальные расходы рабочего раствора для ячменя. Зеленым цветом указаны оптимальные расходы рабочего раствора для пшеницы. Желтым цветом обозначается недостаточный расход рабочего раствора. Мы его используем в случае, если возникают сложности с калибровкой машины. Что же делать, если при калибровке машины мы не можем настроить ее на табличные значения? Мы можем воспользоваться формулой ниже. Допустим, при калибровке машины мы определили, что выход семян равняется 305 кг в минуту. Мы применяем норму 1,8 литра на тонну продукта. Подача насоса равняется 2,7 литра. И используем коэффициент 10. Пройдя расчет, мы получаем, что для приготовления 100 литров рабочего раствора нам необходимо 20,3 литра продукта. То есть в 79,7 литра воды мы добавляем 20,3 литра продукта.